тобой рядышком, и ты летишь. Чё? Бать. Хочешь на раздавать? Илики. Повторяю, в миллионный раз, еще раз, миллионный и тысячный раз. Если милики, вы убегаете к херам собачьим. Чем дальше, тем лучше, блядь. Разлилась лужа, вернулись. Нахуя себе 200 кпшечек, да, блядь. Ты вот и себе еще дай 500, блядь, уводишь на пол, блядь, зоны лича. На пол платформы. А потом и такие пиздецы. Ну вот не проводите так, вот как сейчас было. Мастер ушел в ебеня. Вот ты зачем ты нахуй его провел лишних 20 метров? Мы спокойно РДД достаем. На вас же миликах ловушка, и мы подвинулись пиздец как далеко. А потом на Сомалийском, и нас отрезало к херам собачьим. Что ты, Войт, я не понимаю, что ты хочешь? Меня научить лича бить или что? Я их и так и веду. Есть настолько тупые, что им нужны линии. Эти хоть инту, что ли? Валики про себе кулак хотят. Мастер, ты смотри ДБМ насчет шаркарей. То сейчас двоих убило. Мне за это ТГП начислите, пожалуйста. А можно просто плюнуть в тебя? Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Как у нас чутка не хватает ДПС, РДДшники с хилами. Разлилась лужа. Если вы далеко, вернитесь назад, пожалуйста. Вот как до этого сейчас было, мы лужу на лужу почти накладывали. Было хорошо. Чтобы далеко не бегать. Довести до платформы и перевести босса. Увы. Ну как на лезвие. Назад я забываю. Кричи громко. На лезвие поражание примерно так же укладываешь лужу. На край следующей лужи просто подходишь и станешь там. Рески в двери также. Лужа на лужу. Что там делаете? Как у вас дела? Чтобы мы те справа бежали еще больше, да? Прикольно. Встаньте все в одну метку. ДД. Теперь ДД. Ребят, лагают, пиздец. РДД. Вот подвинь чуть-чуть. Ты сдох, ты твою мать. Мне сейчас бежать далеко. Костя, милики. Один полетел. Не, вы мне скажите, может быть, мне это двоится или у нас одни и те же летают? ДД. Сделай войд, больше не надо. Много проходите, ёпта.
ДД. Ма, сейчас. Ловушка. Илики просто. Пошаркай. Илики, бегом, РДД шаг. Еще. Нету еще, блядь, чумы, Войд, ёбаный в рот. На Джурада. Туджира. Меняет, не думаю. Ложитесь, уже умерло. Какие, вы заебали летать? Я вот честно. Просто... Трэш, а что это хрен знает, где я был? Сухрис, ну что с вами не так? Почему на каждом трое именно вы дохнете? Ну, дохнут одни, а ЕП получаю я. ЕП получаешь или ГП? ГП. Они дохнут, а я ГП получу. Надежда. Если ты дохнешь, то уже виноват. Если я вайпну рейд, всем ГП дашь. Да, те, кто были возле этой ловушки, дадутся всем ГП. Ой, ты либо ведешь все изначально, как и было, либо, блядь, сидишь и молчишь, заебал уже, а? Честно, вот слово, блядь. И чего? А на нем 20 стаков. Вынесет он в миллизон, он заберет потом. Бах, какая разница? Да, и убиваем, заебали. Разбирать какую-то хуйню. Реально, ребят. Спокойнее, ну, да, ладно? Сейчас не будем, сука, разбирать, блядь, и будем вайпаться дальше, да? Ребят, не кричите. Виталя, поставь. Вайпаемся дальше из-за них. Вайпаемся дальше, похуй. Шо вы обидели маленького рогу? На, кикнули его, взяли. Он прилетает. Его только на замену кинул. Я бы Утю на замену кинул, вот честно. Кто такой Утя? Я не знаю. Утя. Человек. Джис, есть у кого-нибудь? Поставьте, ребят. Хути, это Утя. Гляньте, рыбка стоит и втихаря точат два друида. Один бревно, другой жердяй, блин. Ага, закрыли, никому не показывают. Ага, еще и спину отвернулись от всех, типа, что никто не видит. Думает, прокатит. Ох и жадины. Кто, сука, учится, но все, сука, любят обижаться, да? Ну а как же, Виталь, ну ты шо, блин. Мы ж родня, друг на друга не обидится, это ж так. Стоит, уже присумонили. Утя. Кря-кря. Малик, я уточка. Бек-бек-бек. Только трэш, пожалуйста, не вводите так далеко. Я до полдороги так успел добежать. Ну, можно не...
стискает кулаки. Ты, Малекет, листы. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Чему не надо? Да, на? Да не, просто в той гильдии, где он играл, не выносит. Сейчас фазы уже будут кладить. Давай, Маск. Биби не достает. Да он сейчас их не рад. Пьет зиму, блядь, все на... Лича забери.
сталкер. Ромбик не бьем, ромбик не бьем. По крошку РДД, по крошку. Какой в пизду ва... Рахит. Квадрат снайпер. Дом. Помогите ромбик убить, алё. Алмаз. Блять, не успел выбежать. И че вы сейчас убьете? Ромбик, не бейте. Все, улетел. Уже был. С вальки упал. Клана нету, и Тами нету. Есть умосы и удалит. Кружок не бьем. Ну я тебе что говорил по заражению, ты мне не веришь.
Ты подрепался, если честно, ну... Как тебе сказать, Джурада? 3К хпс, ну такое. Так, я пойду покурю. 2 минуты. А нахуя покурить? В смысле, надо поднимать людей, которые сильно просажены. Он поэтому покровительство кастует. Алло, он ходками не восстановит. Где турб? Там микстур еще, если что, пришел. Микстурка есть? Он что-то писал. Бери микстурку, войда в ДД, и я в хила спеку. У нас нету инстант поднятия, у нас только хоты. Поэтому у нас рейд просаживается. Он и будет на заражение с вальками. А мне по... Разве что на лучо дано. А моего нету доступа. Тут... Занято. Пожалуйста. Ступы, да, это? Ну, я могу холипалом зайти, блядь, по силе, да, маленький. Да-да. Ты в варе больше дашь, чем маликет. Блядь, в ретрик. Да не надо маленький-то в это. Да пускай идет в ред. Только я, бля, пишу нормально. Хочешь сказать, что больше, чем он дашь. Так я не в хиле, я в шопе стою. Ну вот этот... Просто если на хила зайдет, это будет охуенно, в принципе. Я не знаю, чем Джурада хилит, но вот я какой раз смотрю, он всегда на последнем месте. 269-й друид, это как почти даже не смешно, честно. Особенно на боссах, где АОЕ залив идет большой. Не все, сука, боги, нахуй, ёбаный в рот. Так надо стремиться. Сейчас вообще топчики одни сидят. Ну, кроме пана. Вот Китами, нахуй. Я сказал Китами ей посмотреть видео, блядь, на Лича. Она посмотрела, блядь, и не туп. Остальным что-то зря, нахуй. Говорит, блядь, мне Рога, что он смотрел видео этих, блядь, разных топовых гильдий. Нахуя? Вопрос, я не знаю. Потому что мы по другой тактике убиваем. Дайте. Я дальше каски пасху. Вы напишите ему, что он идет, а то он в Долоране слакает. Наши гильдии, ты видео смотри.
Тем более на трех видео ты смотрел, и на трех видео ты не знаешь, что делать лучше. Я уже покурить ходил. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь, потому что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Это понятно. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! А, у Меликов даже 20% кусты нет. Я оставлю тебя в живых. А, у нас МТ. Не отдайте прям. Чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Мили. Пытаемся, чума. Долго. Бля. Ну там она моб чумой в рейде. Моб с чумой в рейде у нас. Диспельте, если на мне будет, я вы. Что так лагает? Сталин. Yeah.
Блядь, две сферы, сука, стоят в миле зоны. Алло, да. Да я от сферы отбегал. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Ой, блядь, игроды, ёпа вашу мать, нахуй, это... Я хуй знает, я хотел крикнуть, но я думал, там успеют долить, или люди одумаются и не выберут. Но это вообще какой-то пиздец, там просто толпа не ломанулась. Войд, при чем здесь сфера вообще была, то даже во внутреннем круге? Это просто дебилы взяли на нее и выбежали. Я близко просто подошел, не рассчитал. Я умер, чему не вынес. Ты умер не по той причине. Ты умер потому, что чума, я не знаю, насколько времени. У меня, во-первых, киллбоки не показала, во-вторых, она перекинулась мелкого, блядь, который нахуй. Кто-то умудрился, блядь, не вынес. Я вам орал, мелкий в рейде, моб. Это потому что ауешкой заливают, и когда чума перекидывается, мелкий приходит с танка на нас. Это любители, блядь, понакручивать свой дух. Эта чума была, когда я с классной диспелил. Этот мелкий был на нас, поэтому она перекинулась на этого. РДД вообще не должны уешить, на нас она вообще не должна никак идти. Я О, Котлас есть. Неужели прибыли наконец? Да. Силы света? Мне бросить ледяной орб и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничности.
4 секунды до пула. Будет ловушка, чума. Запрыгнул, тоже почти улетел, но он нажал на крыло. Что, диван будет или СС повесить? Что нет, делать? Нет, диван у меня. Повешиваю СС. Ай, блядь. Встать удачно. Сейчас. Не успел. Я тебя, походу, не диспелил или что было. Я, блядь, смотрю на войде, блядь, чума, нахуй. Диспелю с него, блядь, на раздаваке еще, нахуй. На раздаваке раньше появилось, чем на войде. Значит, мой проем. А, никто не знает, можно как-то настроить, чтобы чума на фрейме была другого цвета, чем заражение. А то у меня и чума, и заражение белого цвета на фрейме, и как бы... Он тоже, бля, почему-то диспелит, я не знаю. Я же сказал, я зайду на холли пала и буду диспелить, нахуй. Чем вы, блядь, слушаете? Какое ЕГП? Где тебе дали ЕГП? Покажи, пожалуйста. Когда ты диспелил, я был на протопале.
сейчас мы из-за диспелла сдохли, да? Нет. Что, бля, в мили мне взорвал ловушку? Ты был мне как брат, я любил тебя. Я сделаю еще, братишка, но попозже. Нужно больше ярости. Рыбка, рыбка, кушаем, кушаем. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артур. Каску дайте, думал. Ох, ты чё, без маны бой начну? Послужат доказательством моей безграничной мощи. Может, сразу вайп? Я успеваю, всё нормально. 5 секунд, а, всё. Чего все сдвинулись? Потому что же ловка была, бля, поэтому сдвинулись. Я пятый. Сука, чё за призыв? У меня у самого лагает вообще жестко. Для меня, гарь. Надо походу адона вору. На метод подхватил. Ух, ебать, меня унесло. Из-за чего такие лещи отлетают, ну когда отлетаешь? Перед носом стоишь, да? Моба какого-то. А из-за чего? Бля. Вообще вот было бы заебись. Только если смотри, я сейчас перекурю. За полторы секунды Вайда влетела. 50 от Скоркаря. Потом еще 21 от другого Шаркаря, потом влетело заражение проабсорблено и на 50к опять от Шаркаря. Бля, уже 2 кофе выпито, а куда еще? Если я еще выпью кружечку кофе, я буду бегать на туалет каждые 5 минут. Ладно.
Он турбо пришел. Oh!
быстрее. Я на вас. Турбо фать. Бери. Царь тут, нет? Походу, царь. Батюшка. Царь, алло, царь. Хьюстон, Хьюстон, прием. Царь. ХЗ, не могу до него докричаться. Что давай, за... жри рыбу, а то опять будешь говорить, что, блин, обделили тебя маленького. Давай, если сейчас вайп, мне после этого нужно пойти минут на 10. Сейчас. Тебя блин, уже... Пиздец, и прыщ на спине расковырял, кровь течет. Опа, на что я за инстон? Говоря в рейд, вместо кого мы возьмем? По турбо и царя бери. А, ну все, ладно, я тогда пошел. Куда ты нахуй пошел? Сюда, блин. Куда ты пошел? Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Та-ра-рам, та-ра-рам, та-р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 ам. Ну, кстати, этот костель лагает, но страшно. Костель лагает, говорил, что... Не, ну да, чуть-чуть слайдов побольше, вопросов нет. Я все вообще подключал, что можно. Можно рыбу еще раз? Чё? Рейд, говорю, костель на замену, он лагает. А я не лагаю, что ли? Ты хотя бы не тут, все нормально. Давай, заходи. Ну, кидай пати. Да я не знаю, я сам не понимаю, отхожу я или ты нет. Ты не отходишь, блядь, я стал. Костель отходит. У него лаги слышал, говорит. Смотрю, пати, дай мне. Тык-тык-тык-тык. Жалетит. Подземелье заполнено. Кто там остался? А ну, кикать его. Чулан на себя метку повесил, хорошо. Здесь ну все по-старому, чулан озвучивает. ДД метки, блять, я милю. Чуму постараемся тоже. Диспелой на... Царь. Что? Подойди сюда, вот-вот-вот, ближе-ближе, да-да, садись, ешь. А в чё давай? Друиды, лапу дайте. Ивар, на хтопик. Время босс. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные служат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы ты печальчий служитель света пропустил рождение. Короче. Я пока не могу использовать
чё сместились? Чтобы бежать. На протоваре. Осторожно, Суджир, осторожно. Короче, я отошел на 10. Сели, брат. Ой, я сейчас сразу с места выйду. Джованни далеко не ушел хоть? Джованни! Джованни! Свинок. Я тоже все равно выжил, мне не далеко. Сейчас я захожу. Позовете, если что. Сейчас я пойду обработаю, пока все. Давай, давай. Перекись, там все дела. Подуть не забудь. Рыбу ешьте. Что, а турбо не в рейде, что ли? Да. Да. Шкаф дам сейчас. Тык-тык-тык. Это по сути. А мне что за зиму 200 тогда? Тоже сотку давай. Да, даем еще по соточке надо. Ну, чтоб не было, блядь, потом проблем нахуй. Чё паладины, чё не паладины? Типа, ну, за косяк какое-то определенное количество. Не, ну просто ты сначала сказал, что все, кто срывает и умирает, это лучше по 200 будет, а теперь только сказал на рассмотрение. Поэтому сейчас будет уже на рассмотрение. Это на самом деле, блядь, оскорнение было очень странное. Ну, блядь, оскорнение. Ловушка. Я вообще не понял, как она быстро так появилась. Сказки, да? Я улетел, Саджира улетел, но нас что-то оставило на пути. Ледяную скорбь и сдаться.
СС не вешаем. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти... Если видите, что на танке ебаная ловушка, блядь, убегайте подальше, нахуй, сразу, блядь, как только увидели... Пять секунд до трая. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел себя. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Давай делаем. Осторожно, га. Скарь пошел. Чума, миллизо. Турбо. Бала. Да, далеко. Далеко взяли. Да думаю, на микстур кинь, у меня будет просто... Сталин, платформу надо заходить. Валькира, твой господин... Блин, я не шкаф не поставил. Нет.
Идем пока. Вальдис, мне... Валькира, твой господин зовет. На турбо. Так, меня... Кружок не бьем. По трусам, я... Козум. А нет, Савара, тут нихуя Савара, даже, блядь. Какого ты хуя в мили-зоне стоит? Куда я сказал нахуй скорее? Валькира, твой господин зовет. Не, ну я мог дать порт, но смысл, если она уже там на полкарты лужа. О, я уж это желтеть начинаю. Что, живс есть или мне дать подчиниться? На первом этаже есть ёбаные мобы. Можно покидать тело и идти чиниться. Сейчас у нас тут вальки летят, что хочешь. Ярости. Ярости недостаточно. Этот время должен быть. Не на первом этаже. Бежали тут вальки. Я пока порт дам, тогда починюсь. Блин, поставить джип. Ай, блин, ладно. Ярости недостаточно.
Ну, бывает, что пойдем. В следующий раз будет. Хочу. Блять, да ты прикалывай. Джилл стоит. Пизди, пизди. Валя, массажированный экипаж, не суваль. Пыщ, пыщ. Я знаю,